Вы разбираетесь в свечечках? Вот хочется такое, чтобы в трендовых цветах были и пахли вкусно. Пахнет, да, малинкой какой-то. А не знаете, сколько в машину примерно надо свечек? В автосервисе забыла уточнить. А зачем в машину свечки? Ну, в машину свечи ставят же. Ну, чтобы работала машина. Девушка, вы не по адресу пришли. Ну, здесь же свечи продаются. Да, только это декоративно. А машину свечи, это вам нужно в автомобильный магазин. Мне сказали, что мне нужно масло заменить и свечи. Масло я уже купила, осталось свечи. Вам нужно в автомобильный магазин. Это, получается, масло тоже не подходит? Тоже не подходит. Но оно из Италии рафинированное. И в машине все равно. У меня просто раньше эти дела молодой человек решал, любил машинами заниматься. Но потом выяснилось, что он не только там машинами занимался, но и любовью с моими подругами. То есть приходится самой вот теперь как-то это вывозить. Значит, тогда открываете Google, да, и спрашиваете. Свечи. Да. Ну ладно, тогда пойду искать автомагазин, да, а еще лучше нового парня, чтобы и не заморачиваться. Точно. Это точно. Получается, я зря купила. Ну, может быть, что-то в салат. Салат? Конечно. Мне после того, как я купила для машины, в салат как-то не полезет.